сбросила с ума всех бывших моих подруг. Я не вызывала мать, строить не зачем, превращая ангел, я не выхожу вон. Старушку раздумно сияю, сияю, сияю. Дуб это лишь гонага, а не я, не я, не я. Ты болеешь, но не снова теряешь, теряешь. Сказала, что она не любит.
Саша Ильич. Готовы? Так, хорошо. А теперь скажите мне, пожалуйста, кого-нибудь уже немножечко повело? Вас так мало? Тогда могу сказать, что к концу этого концерта нас всех здесь на сцене, вас в зале, абсолютно точно поведет от сумасшедшей, космической, невероятной, страстной любви. Вы с нами? Тогда давайте споем. Готовы? Мы поехали в леса, в кафе. Даже выпить не успела, а как будто под шофе. Говорила, не влюблюсь, больше всех на спор. Но ты только появился, и меня что повело, и меня повело. Все поехало в обложку. Обычно я начинаю свой концерт, конечно же, с наших любимых песен, активных, настоящих про любовь. И концерт будет про любовь. Иногда в этой любви, знаете, как ложки, бочки. Ну да, случается ложка дёгтя. Вот эта ложка дёгтя, вы знаете, в моей жизни ничего не испортила. Я ни о чем не жалею. Совершенно. Каждая моя ошибка, каждая моя проблема по делу. Делали меня и сделали меня умнее. И честно, я горжусь всем тем, что происходило в моей жизни. Это были много хороших моментов, и есть. И все плохие действительно меняли мое жизнь. Мое жизни. Мне учили меня быть взрослее, сильнее, мудрее, крепче. Я знаю, что мы с вами всегда очень чутко, правильно понимаем друг друга. И поэтому я благодарна каждому из вас, кто есть сегодня в этом зале, кто слушает меня, кто слышит меня, кто его очень слышит. Это бесценно. Я благодарю вас. Спасибо, что вы есть у меня. Вы самые лучшие служители. Для вас хочется стараться, для вас хочется делать больше, для вас хочется развиваться, чтобы вас удивлять. Спасибо вам огромное за это. Давайте поаплодируем друг другу. За то, что мы с вами здесь сегодня, такие крутые, любящие друг друга, собрались и будем получать полное удовольствие от искренности нашей с вами дружбы, от того, что мы с вами одна большая семья, и, конечно же, и большой, большой, настоящий взаимный. Но иногда она бывает не такой же взаимный, потому что так случается, что тот, кого он любит, может целовать кого-то другого. Или целовать другого. Я могу сказать всем людям одно. Знаете что, друзья? Многие больше не друзья, что же начали. Вот все те, кто целует других людей, вот когда вы нам нужны, когда мы вас нуждаемся, знаете что? Идите к черту, а мы справимся. Другую, другую. В твоей памяти меня больше нет.
тишине, опять собой другую, другую. Я вновь одна встречаю рассвет, опять собой другую, другую. Thank you.
Я
Все знают, кто находится здесь, что я с ними. Но мне в этом однажды помог один очень красивый, интересный, безумно талантливый молодой человек. Он абсолютно красавчик. Понимаете, о ком я говорю, да? Нет? Его, к сожалению, со мной сегодня не будет, он не составит мне компанию. Но у меня есть свой, вас намного больше, вы тоже крутые, вы тоже все очень красивые, красавчики и красавицы. Поэтому я предлагаю сейчас разобраться нам с вами,
как любовь твою понять. И передать большой привет моему другу Джонни, показать, как сегодня в Москве твоя тоже песня. Вы готовы? Поехали. Thank you.
Но все возвращается, когда уже плевать. Мы так потом собрались, нам становится кем. Но боль догорает, и до боли умирает. Любовь оживается на последнем пункте. Я была на моменте любовь, отвечала мне тоже себя. Сейчас даже как-то говорю, это девочка, ты не готов. Я была на идиот, на меня не похоже вообще. Она тоже красивая, скучала красотку, но только увидела, не знаю, что она. В моем случае мне очень повезло с вами, с моими людьми. Мне же повезло с тем, как мне дарят удивительные подарки Вселенной. И она правда дарит мне невероятно космических, абсолютно фантастических людей разум. И знаете, я всегда жила по принципу, где живи так, чтобы люди могли тебя любить искренне за то, что ты настоящий человек. Я всегда говорю, мало быть профессионалом, а важно быть хорошим человеком. Я каждому из вас говорю, чтобы вы всегда были человечными, потому что это важнее всего. Привет. Давайте никогда не забывать об этой человечности, о настоящей человеческой любви, об искренности. Давайте нести в этот мир что-то хорошее, потому что плохое, оно всегда лежит на поверхности. А хорошее его всегда нужно поискать. Но я знаю, что мы можем. Мы же можем поискать, да? Давайте еще напомним, что обычно после правила бумеранга нам нужно как-нибудь попрощаться красиво, да, с человеком? Или мы сначала прощаемся, а потом до него долетает? Что скажете? Ладно, пусть до всех свои бумеранги долетают, окей? А пока что всем тем, кому мы желаем, чтобы они до них долетели, мы скажем, как два слова. Угадайте, как это? Идеально. Правильно. Милый, прощай. Шел дом. Я вот потеряю свой контроль. Без бутиков я разобью любовь. Начистите те, что не забьешь, уже не найдешь.
холодна. Ушла и в этот раз уже навсегда. Судьи номера. Ты сиди в комнате без меня в пустоте. А ведь тебе снова сыграешь ты. Но меня тебе не забыть, увы. Милый, прощай. На тебе глаза скажу, опускай. Лучше поблизи, не провожай. Видите, за порог мы не судим все. Там все уже ждет. Прощались со своим милым, который когда-то был милым, уже, наверное, не так уж мил. Я скажу одно, что те люди, которые не осознают, что они потеряли нас, красивых, невероятных, настоящих. И не то, чтобы так, знаете, каждый день себя хвалю. Иногда глядится в зеркало и говорит, блин, ты, конечно, все. Но давайте иметь право на ошибку. Но я считаю, что людям, которые нас когда-то обидели, либо сознательно потеряли, либо отпустили, такого шанса давать не нужно. Знаете, кто они такие? Правда, все были дураки. Поэтому, милый, прощай, все дела, а просто дурак. Чувствую.
Плечи и давит, как тяжелый мрак. Ночи, проведенные в одиночестве, кажутся бескрайними океанами тоски. Где-то в этой темноте я теряю себя, словно звезда в безбрежной ночи. Пламя гаснет, словно свеча на воде. Но иногда оно дарит нам возможность найти себя. В звенящей тишине можно услышать свой внутренний голос, понять свои желания и мечты. В это мгновение рождается вдохновение. Муза приходит ко мне, как старая подруга, и мы вдвоем путешествуем по миру чувств. Я понимаю, что одиночество — это всего лишь этап, неминуемый, но не бесконечный. Это путь к самооткрытию, красивая мелодия, которая звучит внутри каждого из нас. Так что даже когда одиночество стучится в мой дверь, я открываю ему сердце и слушаю, что оно хочет мне сказать. Потому что иногда именно в этой тишине рождается волшебство.
Прошу меня, я его не отпущу тебе ни на шаг, ни на день, ни на миг. Будьте сильны, огонь остал отличный, скоро опусти, парится мне до дырки. Только ты еще не знаешь, а кто, кого ты ж громко смеяться потом. Будет все же песни, твою плейлисти, но уже не о нем. Человеку, это Филипп Петрович Киркоров, потому что
Когда появилась эта песня от Светы, она появилась из реальной истории, я думаю, все, ну, большинство из вас ее слышали, и он действительно взял меня за руки и сказал, не бойся, тебя не забудут за пару месяцев. Ты будешь великой, ты уже великая, ты замечательная артистка, твой голос уникален, я думаю, вы тоже слышали, что он говорит. Если вы, кстати, смотрели наш фильм «Океан», а вы смотрели? То вы слышали, как Филипп круто во мне обзывается? Отзывается, и знаете, вот когда я смотрела, правда, какие-то клипы его по телевизору, была совсем такая крошечка. И он еще, помню, в старых песнях «Аклам» в такой ромашкой ходил за ухом, что-то такое. И там Лариса Александровна Долина появилась в моей жизни. Я была совсем, правда, малышкой, никогда не знала, что мы с Филиппом познакомились с твоей песней, не с Ларисой Александровной. Начнем так дружить, и мне будут говорить такие настоящие, искренние, теплые слова. Поэтому я хочу сказать спасибо вам большое за то, что вы появились в моей жизни, за то, что вы есть. За то, что вы верите меня, за то, что вообще заметили. Спасибо каждому из вас, потому что это бесценно для артиста, который, как я, дарит вам всю свою душу, все, что у меня есть. Я абсолютно открыто, всегда абсолютно искренно. И делать это намного легче, когда тебя понимают, когда тебя правда слышат. И когда ваши сердца также открыты, как и мое. Поэтому спасибо вам большое еще раз, что вы есть у меня. И давайте все-таки передадим привет Филиппу. Он сейчас находится даже не в России. Но я знаю, что он поддерживает меня. Он вчера так писал, потому что молодец, такие дела. Это очень, не просто лестно, это гордо, когда такие артисты могут сказать тебе, что ты молодец. Поэтому еще раз спасибо огромное, а мы пока своем передавай привет. Он твоя мера, он твоя. Слишком поздно, обещай.
Человечество, которое я все время говорю. Но у нас еще есть мечта, которая всегда помогает нам идти вперед, не сдаваться. Иногда мы, конечно, вешаем нос, но всегда держим хвост пистолетом. Но я хочу, чтобы вы знали, что мечта — это правда большой путь. Я сейчас стою перед вами и воплощаю свою мечту в жизнь. Но это стоило мне, ну, вы знаете, из 13 лет, наверное, 25. Потому что год там за два, за три, не знаю, как это происходило, жизнь прошла. В убежденных частях совершенно мимо. Но я стала другой. Я стала больше замечать людей. Я стала больше их понимать. Я стала больше замечать себя, потому что я себя и начала. И правда, для того, чтобы, наверное, быть хорошим человеком, нужно начинать со своего сердца, со своей души, понимать, насколько она чиста, насколько она добра. И как ни крути, стараться не идти к этой доброте, к теплоте, потому что в конце концов человеку всегда нужен просто человек. В конце концов, нам всем нужно настоящее человеческое тепло, добрая улыбка, поддержка, теплые объятия. И кто-то, кто может быть рядом, и с ним будет хорошо молчать. Со мной вы молчать не нужно. Да, я с вами не молчу. Это безумно круто, правда, когда ты можешь исполнять свою мечту. Я не постесняюсь миллиона человек. И хочется снова сегодня повторить, вчера я уже говорила, я сегодня повторюсь, что я очень мечтала о том, что вы в Москве, в моей новой жизни, когда я начала свою сольную карьеру, я прям молилась, чтобы у меня было 3 концерта и было 3 солдата. И вы знаете, Боженька слышит меня, Вселенная слышит. И у нас на данный момент действительно 3 солдата, 3 Москвы, намного больше, чем я когда-либо собирала. В целом за 3 дня это 25,5 тысяч человек. Когда Дима написал мне эту песню, кстати, хотел бы поблагодарить всех людей, которые вроде бы как все время стоят за кулисами этой всей истории. Конечно же, Диму Ворона, вы все его знаете, который написал большинство песен, которые вы слышите. Сашку Олега, который пишет музыку абсолютно гениально на эти композиции. Хочу поблагодарить отдельно мою soulmate, мой любимый голос, моего сенсея Катя Трубилина. За то, что ты с ней никогда не слазишь. Потому что даже сегодня с меня не слезла. В общем, я люблю свою команду безумно. Когда появилась эта песня, про на тот момент для нас в душе небольшую птичку. Это было так волнительно, мы не понимали, куда она полетит и как высоко. И вот сейчас она взлетела над всеми нами, взлетела надо мной и оберегает мой путь. И она освещает его. И, честно, у меня даже одна моя подруга, она сегодня в зале находится, там где-то наверху, так тебе большой привет, сказала, твой путь, Феникс, он очень велик. Он сказал, что все, что я буду делать в будущем, будет освещаться именно крылышками этого Феникса. Знаете что? Она не слышала песню, она даже не знала, что она выйдет. И так получилось, что эта птица всегда со мной, и тебе согревает ваше сердце. Поэтому я хочу сказать вам, что вы никогда не сдавались на пути к своей мечте. Никогда не расстраивались, потому что мечтаете, если путь отделяет вас лучше. Меня точно поделали. Иногда для того, чтобы получить больше, нужно отпустить очень и очень много. И я опять повторюсь, я ни о чем не жалею. За все благодарна своей жизни, потому что, чтобы воскреснуть. Не слышу, что? Чтобы воскреснуть! Не-не-не-не-не-не-не-не, погодите, как это будет? Просто видосики люди снимают. А мы вообще дружно сказать не можем. Типа я вообще ничего не говорила, но когда? Иногда в жизни случается так. Чтобы воскреснуть.
Вы самые лучшие, самые особенные, самые любимые. Я правда безумно вас люблю. Давайте вместе приходите. Я словно птица в небе.
шла вперед. Были и победы, и поражения. Это был тяжелый путь, но невозможно пройти. И это большое счастье встретить людей, которые искренне и безвозмездно готовы прийти на помощь, которые по-настоящему любят и ценят тебя. Моя команда – они удивительные, настоящие и безгранично такие люди. Вы – моя опора и поддержка. В этом болящем мире, где найти одного своего человека совсем не нужно, я нашла каждого из вас, и каждый так ценен. За короткое время мы стали семьей. Спасибо, что мы весь друг друга. Вы – мои сыны. Мы вместе пережили ночи без сна, усталости, гастроли, без выходных. Искренне делились всем, что на сердце. Я хочу сказать спасибо каждому из вас. Все ваши мечты обязательно исполнятся. Вы все особенные. Каждый из вас – бесценная часть моей жизни. Всегда помните об этом.
счастье будет тебе, и сколько тебя ждет по мне. Анечка, милая Анечка, опять пишу, если я просто закрою глаза, не возьму тебя за эти. Все. Я люблю вас, вы невероятные! Все призмы, любимая команда.
Просто хочется спеть царицу с вами вместе припевчик. Спеете? Конечно! Тебе я любовь, твоей мне. Что? Царица, царица, один взгляд влюбленный холод в разбиле. Тоже не может тебе не раствориться. Что? Мальчик побыл, мальчик попал. А как он все сняется? Вы понимаете, насколько вы невероятны, неповторимы, да? Таких больше нет. Самый особенный, самый любимый. Москва и Львова! Но теперь нам придется спеть еще немножечко, потому что я очень хотела бы с вами посоприничать. Уже до ночи на кухне. И когда-то мы соприничали с Димой Лерой. И когда-то появилась та самая песня, за которую мы назвали. Поэтому мы попробуем вместе спеть еще и эту песню. Твоя жизнь, как параллель, день, ночь, день. Моя милая, с ней, день, день. Мы на утро порычали.
душе ее дымят раскаленные пули. Все окна потухли, и ночью такую. Слышу вас. Словно не потухли, а я жизнь на короле. Вы заметили у нас пополнение? Шикарные женщины, правда? Вот видите, мы такие, все любим друг друга. Красоту друг другу понимаем и только множимся, как настоящие котята. Еще раз аплодисменты моей команде, моим кошкам. Нет, пожалуйста, так не пойдет. Вот они такого главного не можете вот наполовину аплодировать, но кошкам надо больше. Итак, мои кошки! Вот это супер. И знаете что? Я, конечно, хочу извиниться, потому что мне тоже хочется, чтобы вы меня так аплодировали. Могу сказать только одно. Я больше вот после следующей песни я не извиняюсь один раз. Почему-то всегда звучит четыре. Я не говорю «извините», я не говорю «прошу прощения». Я говорю «sorry, sorry, sorry». Я не могу, 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 я не мог
Просто разлюбила. А ты, папа,
славные в Комсомольск-на-Амуре орали громче, алло. Ну давайте примите вас. Давай еще. Хорошо, так не будет дальше. Каждую секунду я открываю себе новые грани, и я правда стараюсь от всей души. Но я хочу, чтобы вы точно знали, что сегодня каждый здесь на сцене, каждый за сценой, многих вы видите. Пультова, Фух, Полканчик, Черных, Стас, вы супер, вы умнички, спасибо большое Диме, режиссеру и его команде. Спасибо большое МТС, который тоже везде стоит и очень переживает. Мы с вами сейчас партнеры, и это очень приятно делать такие масштабные крутые мероприятия вместе. Я думаю, что у нас еще много. Впереди. Ну и я ненавижу ходить в тишине. Хочу передать всем огромный привет. Спасибо вот всем, кто у меня здесь стоит и безумно вас люблю. Но, как минимум, мне кажется, что я чуть не дебил. Мне очень жаль твою новую девчонку. Я не ревную, как я же не отпустила. Начнешь опять издалека и потиху, я так и знала. Посмотришь, что? И что надел? И вынесла заказанки утром в море. Там было зонь, я золотая, если учёта. Не помню, выброси. Let's go.
моя особенность. Спасибо вам, мои слушатели. Всегда помните, что каждый из вас это чудо. Безомненно чудо, и что я точно вас очень ценю и люблю. Спасибо моей команде. Вы самые крутые, самые талантливые, самые трудолюбивые, самые мои тигры, мои кошки, мои самые любимые люди, моя семья, которая сейчас стала минимум в два раза больше. Спасибо Боженьке и Вселенной за то, что я такой счастливый человек. Спасибо вам, я люблю вас! Самые любимые наши сердца. Я надеюсь, что они сегодня стучали с вашими в небеса. Еще увидимся! До завтра, Москва!